В годы войны сюда, в Ярославль, был эвакуирован завод «Союз» из Ленинграда. Теперь на его базе работает Ярославский завод «Оргтехника», одно из передовых предприятий города, ежегодно выпускающее 66 миллионов авторучек и 42 миллиона перьев. И выпуск продукции год от года растет. Коллектив трудится под девизом «Честь и слава по труду». Отлично работают Екатерина Николаевна Монахова и Валентина Васильевна Чистякова. Обе они ударницы коммунистического труда. Коммунист Людмила Ивановна Попова имеет звание «Лучшая молодая работница завода». Половина изделий предприятия удостоена государственного знака качества. Десятки различных моделей авторучек с маркой завода «Оргтехника» пользуются спросом по всей стране.